На заправке сейчас заправляться будем. Ну вот сейчас заправляемся уже все последнее. Ну да, Никита, не скидай. Да. Дура, блядь. Нормально, а? Блять, отъедь назад на... Приехали. Сухо? Да. Они пролезут через такую маленькую дырку. Скажи, это самое, у меня регистратор записи есть. Ну, резко тормознул. Сейчас вам скажу. Красный, ёб твою мать-то. Есть. Дура, блин. Куда? Ой, ёб твою мать. Что же она делает? Все, да? Это насмерть. Да нет. Да, дверь ей ударил. Да жива она, девочка.
Ксюша, успокойся. Вон она, живая она, господи. Живая. Все. Прикольно, блять, вы тут устроили, ёптвою мать. Да, блять, ну ёп... И чё, блять? Отъедь назад, ёпта. Пиздец. Молодцы. Сначала в зеркало. Почему? Смотри. Ты стояла. Здесь передо мной было три машины. Какая специфика? Во-первых, есть специфика страновая. Ну, скажем, в Америке важен вопрос расы. Да. Там уже почти все черные. Ну, в смысле... Не все. Не больше. Блять, ебанутая сука! Кобыла, блять! Ты чё вообще охуела, блять? Да назад ей, господи, боже мой. Теперь она уже боится врезаться. Это баба была, я так и подумала. Которая первый раз села за руль. Машина купила, блин. Ей восклицательные знаки. Сейчас это боюсь. Сейчас еще, блин, ну так я и думала. Понятно. Слушай, пипец. Разбила машину человеку. Вообще больная, что ли? Надолго. Так свалить сейчас, смотри. Болезнь, по-моему. Либо пьяная, либо чувствительная.